Отдыхаем хорошо, Кирюша. Привет. Как ты себя чувствуешь? А мамке буду показывать, не стой. Мамке не показывать. Ну ладно, не буду. Дэйди. Хорошо. Ты чувствуешь? По этому поводу. Великолепно. Я на самом деле единственный, у кого нет бодуна сегодня. Наверное. Да. Света. Не, нормально. Нормально, нормально. Тёма, Тёма. Мы умываемся. Посмотри на меня, пожалуйста. Умывальное утро. Как ты сейчас? Еще Артём справа. День четвёртый. Это не четвёртый, это третий. Третий? Вчера был день третий. Вчера третий. Второй был. Сегодня. День третий, не четвёртый. Как самочувствие? Конечно. Делаем кальяну. Огонь. Ой, а бусы забыла здесь. Стой. Подожди. Бусы надо. Стой, стой. Скажи пока интервью, как мы записываемся. Запись прошла довольно-таки неплохо. Несмотря на то, что... Она еще не прошла, успокойся. У меня прошла. Бусы, бусы. Все, да. Да, все классно. Специальные бусы для кальяна. Ну хорошо, ребята, с вами хорошо? Все хорошо, мама. Скажи, как ты умеешь крутить вал хотя бы. Покажи еще. Давай. Гитарист отмучился. Ей! Один, по крайней мере, отмучился. Всем привет. Привет тебе, черная дырочка. Люблю черную дырочку. Часто так говоришь, да? Тебе добра. И тебе дырочка. Спасибо. Тём, скажи что-нибудь. Питер Паркер, Человек-паук. Тёма, Джимми Нейтрон. Питер Паркер, Человек-паук. Борода с ржаной. Это планета. Я буду спать с твоей женой. Херня, ребята, с голосом. Лечимся трехзвездочным Болградом за 38 гривен. Пили в жутко вонючем магазине. Ну, будь мой. Тёма тоже будет лечиться, да, Тёма? Подергай. Вот том, которая... Поправь, поправь. Все в порядке. Тём, удобно? Три раза вокруг колена обмотал. Нашей команде, принимавшей участие в записи нашего ЕП, был Шин. Шин был единственным человеком, который приходил на студию, чтобы поспать. Он выполнял свою работу лучше кого-либо другого, как и участников команды, так и участников группы. Thank you.
Светочка записала одну песню. И уже пьет. You still don't know me, why do you control me? You don't know what I'm capable of. I want to know it, you can't ignore it. This is not what I call love. Еще раз конца или там надо? Я тебе целиком дам этот финал, а ты там где хочешь, там уступишь.